многие мобильные геймеры мечтают, чтобы на телефонах можно было играть в те же самые игры, что и на ПК. И благодаря разработчикам из этого видео, эти мечты становятся все реальнее и реальнее. Это видео уже аж 6-я часть этой рубрики. Не знаю, правда, хорошо это или нет, но в любом случае, надеюсь, это видео будет вам интересно. А благодаря тому, что на телефонах сейчас появилось множество новых портов, я смог набрать игр на еще один топ. Не буду вас больше задерживать, итак, мы начинаем. Если вы хотели поиграть в Амнезию на телефоне, то тогда получите Склероз. Не, ну это просто порт так называется, а вы что подумали? Игра смогла перенять у старшей версии не только атмосферу, но и детальный реалистичный графон. Мобильная версия практически не изменилась по сравнению с ПК и консолями. И неудивительно, ведь порт был создан фанатами этой игры. А они зачастую справляются с подобными задачами лучше, чем сами разрабы оригинальных игр. Так что всем любителям этого жанра рекомендую. Lost Light — это по сути Тарков на телефонах, только более простой в плане графики и геймплея. Для кого-то это может быть минусом, и если вы прям задрот Таркова, то я не знаю, понравится ли вам эта игра. Несмотря на то, что здесь графика хуже по сравнению с обычным Тарковом, но как по мне, для мобильных телефонов она все равно очень качественная. Единственный минус игры — это немного нечестный донат, но без него спокойно можно играть и даже получать удовольствие. Так что если вы искали аналог Таркова на телефоны и при этом не боитесь изменений, может быть, эта игра для вас. Это отличная игра в жанре интерактивного кино, действия которой происходят во вселенной Borderlands. Причем это не просто принесенные модельки. Атмосфера, уникальный юмор, интересные персонажи. Все эта игра смогла сохранить и даже кое-где приумножить. Игра была портирована на телефоны относительно давно, так что у вас могут появиться проблемы с запуском этой игры. Но я лично не проверял, так что я не знаю. А в остальном игру однозначно стоит попробовать. Недавно в бета-тест вышел порт Warframe для телефонов на iOS и Android. Да, тот самый боевой кадр. Да, это отсылка для настоящих алтов. Напишите в комментариях, если вы помните, из какого это ролика. Warframe — это отличный пример качественной ММО, постоянные обновления, богатый лор, в котором можно копаться часами, и современный реалистичный графон. Честно, Warframe — это одна из самых красивых мобильных игр, которые я видел в принципе. Но, к сожалению, нельзя просто так поиграть в этот проект. Но сами понимаете, бета-тест — это вам не хухры-мухры. Но в любом случае будем ждать выхода, и надеюсь, потом мы спокойно сможем поиграть в этот проект и на телефонах. Это одна из лучших ролевых игр своего времени, отлично адаптированная под мобильные телефоны на базе Android и iOS. Главный вдохновитель этой игры — это серия Diablo. Отсюда и положение камеры сверху, и возможность играть за несколько классов, и отличный, богатый на детали сюжет. Игра была разработана Iron Lore Entertainment в 2006 году, и даже несмотря на это, она до сих пор играется отлично. Так что если вы искали отличную RPG на телефоны, то Titan Quest — это отличный вариант. Недавно на Android смогли портировать и другие игры, созданные на движке ETEC 4. То есть не только Doom 3, как раньше. И одна из них — это четвертая часть Quake. Эх, старый добрый Quake 4. Со старой доброй расчлененкой, ампутацией конечностей и фишками боди-хоррора. Эх, какие же игры раньше были... Апатичные! Игра сохранила тот же мрачный визуал, что и Doom 3, но при этом игра осталась все такой же динамичной и похожей на старые части Quake. Графика по сравнению с Doom 3 стала значительно лучше. Текстуры стали качественней, освещение еще более реалистичней, а модели наконец-то обрели нормальное количество полигонов. И поэтому для запуска этой игры нужен довольно мощный телефон. Так что если вас не тянет тот же Doom 3, то даже не пытайтесь запускать Quake 4. Хотя, кто знает. Хотите еще один мрачный sci-fi шутер? Тогда держите проект Return to Planet X. В игре вы, неудивительно, будете отстреливать сотни монстров, параллельно исследуя локации и находя новое оружие. Игра была выпущена на ПК в 2017 году.
но даже несмотря на это, ее все равно смогли портировать на мобильные телефоны. При этом графика при портировании практически не пострадала. Но в любом случае, игра довольно неплохая, и заценить эту игру однозначно стоит. Если вы ждете, что на Android когда-нибудь появится Dark Souls, то вы скорее всего ждете зря, и сейчас лучше зацените аналог этой игры, который не уступает даже некоторым частям темных душ. Атмосфера в игре проработана отлично. В игре есть и мрачные монстры, и депрессивная цветовая палитра. Одним словом, игра довольно мрачная. Также в игре есть довольно необычный для мобильных игр сюжет и интересный геймплей, так что как Souls-like, играется проект отлично. В 2009 году был выпущен шутер от первого лица под названием Come Do It. А потом в 2013 году он был портирован на мобильные телефоны. В игре есть довольно разнообразный геймплей. Каждая локация отличается от другой в плане геймплея, к тому же отличная стрельба делает игру еще более интересной. При этом игра не требовательная и прекрасно работает даже на старых телефонах. В общем, шутер неплохой и фанатам жанра советую. Когда я узнал, что эту игру реально портируют на телефоны, я сначала не поверил. Но потом оказалось, что да, разрабы реально смогли впихнуть невпихуемое. В игре есть отличный графон, интересный геймплей и очень реалистичная деформация автомобилей. Деформация — это вообще отдельная тема. Машин мнется кузов, ломаются детали. При этом все это прямо влияет на управляемость автомобиля. Наверное, ни в одной другой мобильной игре нет такой же реалистичной физики разрушения автомобилей. А хотя еще есть же Grid Autosport. В общем, разрушается машины, разрушайте окружение, ставьте ультра настройки графики и разрушайте свои телефоны. К тому же в игре есть множество разнообразных режимов, некоторые из них довольно трешовые, но разве это плохо? В общем, любителям аркадных гонок крайне советую. Это была последняя игра в этом видео. А если вы не смогли для себя ничего найти, то тогда советую вам посмотреть прошлые видео на эту тему. Они получились не менее интересными и не менее качественными. Ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Всем удачи и до свидания.